До старта главных выборов страны остается чуть меньше месяца. Во всех регионах полным ходом идет подготовка избирательных комиссий к президентским выборам. В Ульяновск за новыми знаниями приехали председатели территориальных избиркомов со всех районов области. Сегодня здесь мы проводим практическое занятие с председателями территориальных избирательных комиссий. Значит, цель – напомнить основные действия, напомнить порядок проведения основных избирательных процедур, потому что территориальные комиссии обязаны будут обучить этому и участковые комиссии. Для председателей это далеко не первое обучение. Постоянно для них проводятся вебинары и онлайн-встречи. В этот раз председатели ТИКов обучили процедуре работы с сейф-пакетами и защитными спецмарками. Ольга Селивенко из Барышского района вот уже 9 лет возглавляет территориальную комиссию. Грядущие выборы главы государства вторые в ее карьере. Несмотря на опыт, обучение оказалось для председателя полезным. Обучали это работу со списком избирателей. Самый такой момент трудоемкий, он как бы тяжел в оформлении и для избирательной комиссии, для председателя, секретаря, естественно, участковых избирательных комиссий. Очень много моментов, которые нужно соблюсти в соответствии с законодательством. Потому что именно список избирателей является главным документом, да, что человек проголосовал, что он правильно подшит, что у нас каждый голос учтен. Полученную информацию председатели ТИКов доведут до председателей участковых избирательных комиссий. Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут в трехдневном формате с 15 по 17 марта. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, УПРАВДА ТВ.